28 октября в Москве состоится очень крутое бойцовское шоу Fight for the Future, и ты принимаешь в нем непосредственно участие. Как у тебя идет подготовка? Ты сейчас тренируешься у себя дома в Кургане, наверное, родные стены помогают. Помогают и расслабляют в то же время. Тренируюсь я у себя, да, в Кургане. Как такового зала бокса нету, я тренируюсь в фитнес-залах, где есть просто груши. Помогают мне не тренера, помогают мне мои друзья. Они со мной спаррингуют и держат меня на лапах. Со временем просто так получилось, что они уже начали профессионально держать меня на лапах. У них неплохо это получается, и они мне заменяют тренеров. Также провел сбор в Челябинске, боксировал там с знаменитыми боксерами, такими как Александр Столяников. Тренировался я там под руководством Радика Шамсутдинова, ну, один из ведущих тренеров там. Ребят со сборной России тренируют таких: Эдуард Абзалимов, Антон Кудинов, Александр Столяников. Такой хороший тренер, молодой, перспективный. В общем-то, все хорошо у меня. Ну, в общем, у тебя прям такая серьезная подготовка была. Вот смотри, я знаю, что у Григория Гафаров, да, ну, не будет выступать там по причине травмы или какой-то болезни. То есть, ну, до конца неизвестно. Ты вообще как к этому относишься? Я, честно говоря, не знаю. Мне за неделю до уже предстоящего боя мне позвонил мой менеджер и сказал, что Григорий Гафаров снимается с боя, и так как он, у него температура. Вот. Ну, я надеюсь, что это так, что он не просто так, он не захотел, и он не боксирует, а реально какая-то причина весомая была. Если это так, то пожелаю Грише скорейшего выздоровления, чтобы он как можно быстрее мог выйти в ринг. Со мной, не со мной, это без разницы. Правильно. А вот смотри, тебе предложили замену, то есть как бы чтобы твоя подготовка, да, не прошла впустую. То есть, ну, ты готовился, ездил на сборы, и вот сейчас тебе предложили замену на этом шоу. Менеджер позвонил, Андрей, сказал: Вазир, говорит, есть, говорит, два варианта, говорит, есть. Можно, говорит, взять неустойку, а можно, говорит, с кем-то, говорит, на замену просто побоксировать, и все, с кем-нибудь другим. Я говорю, так давай боксировать. В принципе, сама же сказала то, что шоу просто огромное, ну, и не поучаствовать в Москве, в столице, это как-то глупо. Ну, Странно себя правильно. очень. Обзавестись новыми болельщиками, фанатами, это, конечно же, очень круто. Ну, что хочу сказать. Совсем мало времени осталось до 8 октября. У тебя сейчас какая вот именно подготовка? То есть ты уже не тренируешься, вес ты как подогнал? Не боишься, что там не... Ну, это уже ты такой прям, знаешь, острый такой вопрос, прям колючий, прям, это весогонка. Когда я думал то, что буду боксировать с Григорием Гафаровым, у меня уже оставалось буквально 2 килограмма. Но я потом думал, блин, мне не найдут соперника, я снова разожрался, можно так сказать. Вот. Сейчас снова в течение 2 дней мне нужно снова сбросить вес, и поэтому я не знаю, как это все будет выглядеть. Конечно же, я стараюсь. Вот это вот весогонка, это самый такой Тяжелый период, да? сложный момент вот подготовки, да, себя во многом приходится отказывать. Ну... Вот сейчас вот я, например, вот ем конфеты. Ну да. Ну что хочу сказать, давай готовься, сгоняй лишние килограммы и подходи к бою в хорошем виде. Мы за тебя болеем и удачи тебе. Спасибо вам большое.